Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. И как вы уже видели по фотографиям в самом начале этого видео, то всем сразу стало понятно, что мы, конечно, с моим другом Брателлой съездили на рыбалочку. Неплохо отдохнули. Очень интересные были моменты, приключения. Очень тяжелая была ледовая обстановка. Я бы сказал, мне за долгие десятилетия на горных реках я провожу уже третий десяток лет в своей карьере, да. То есть это один из самых тяжелейших рыбалок весенних, когда мне пришлось работать в таких как бы вот тяжелейших условиях, грубо говоря. Ну и много всего было интересного. Но маленький нюансик — это вот то, что Андрюха там чуть-чуть буквально сфотографировал на свой фотоаппарат, с которым он не расстается, как настоящий современный наркоман, технический или там компьютерный, или вот с этими гаджетами он постоянно. Я хотя и помоложе Андрея, но тем не менее как бы пользуюсь вот таким вот простым телефоном. Он мне не изменяет уже много-много лет. Я вообще как бы вот кнопочными пользуюсь и всегда ими пользовался, вот, не перехожу на новые телефоны. Но, с одной стороны, благодаря тому, что он таскал с собой вот это вот, как бы сказать, смартфон, хоть что-то, какие-то фотографии остались, потому что я даже и камеры не разворачивал, и вообще ничего мы не снимали. Так, чисто для себя отдохнуть. Были, конечно, и неприятные тенденции, которые я уловил в эту поездку, в эту рыбалку. Они связаны с тем, что наши же люди, соответственно, наши же хабаровчане начинают, как бы сказать, более, как бы, ну, как правильно сказать, начинает рыбалка более популярно пользоваться среди наших рыболовов, да, вот именно на Дальнем Востоке, именно хабаровчан. Они едут на всякие речки, да, в основном на более доступные, и, соответственно, после себя оставляют там просто офигенную гору мусора. Мы приехали с Андреем, и в первую, что мы занялись, это просто тупо мешками, собрали два мешка мусора после вот наших предшественников, которые были на берегу в этом месте, куда мы подъехали. Но это, конечно, уже ситуация из ряда вон выходящая, чтобы люди уже на горных речках оставляли за собой такой срач. Ну, для меня это уже... Ну, я редко видел, чтобы люди, которые приезжают на горные речки, как бы таким образом себя ведут, потому что контингент рыбаков, которые ездят в такие места на горные речки, они как бы более или менее адекватные ребята, ну а тут просто какой-то кошмар. Ну ладно, это то, что я хотел сказать, именно вот про это вот оно как бы наболело, про этот мусор. Ну, а что теперь хочу сказать, как вы видите, про воблеры. Вот, меня тут задавали вопрос, типа, сними какое-нибудь видео, что ты за зиму прикупил, ведь говорят все равно, ты что за зиму что-то прикупил, меня спрашивают. Говорит, сними про это видео. Ну, а теперь как бы я не просто сниму про это видео. Я вам и скажу, что все таймени, которые мы съездили с Андреем на рыбалку, ну, не все, но большинство тайменей, и вот те, которые в начале фильма на фотографии, да, они были пойманы вот на такие вот воблеры. Ну, вот, а воблеры называются, ну, вернее, от фирмы Голди. Это сербские воблеры. Я, честно скажу, имел с ними дело давным-давным-давно. У меня было пару воблерков, и раньше их в Хабаровске покупал абсолютно за, как бы сказать, минимальные деньги. Ну, то есть они как бы более дешевого сегмента по относительно как бы ведущим брендам. Вот. И тут зимой я сидел, кубатурил, потому что цены растут, растут, растут. Экономика как бы идет в упадок, и уровень жизни у населения тоже падает. И те привычные воблеры, которыми я раньше пользовался при ловле крупной хищной рыбы, они просто уходят к ценовой категории 1000+, да, то есть к 2000, к 3000 рублей. То есть ценник становится реально непомерный, потому что у меня были ситуации в жизни, когда мне, допустим, по старым ценам еще, да, этих воблеров приходилось за день утопить воблеров на 15 000. То есть меня один раз даже кто-то, подписчики, спрашивали видео, на сколько ты самое большое за рыбалку воблеров потерял? Я там даже ответил, на 15 тысяч это был самый большой мой ущерб, сколько я утопил воблеров на рыбалку. Это по тем ценам. Но если это уже будет повторяться по сегодняшним ценам, то эта сумма уже в разы, конечно, возрастет. Соответственно, для меня эта рыбалка станет просто неприемлемой, да?
От этого я начал просто в интернете лазить, смотреть и подбирать большие воблеры для... Вот я именно люблю, да, рыбачить на большие воблеры. Именно я начал подбирать большие воблеры для трофейной рыбалки и по более-менее адекватной цене. Ну и, соответственно, вышел вот на фирму, как бы сказать, Голди, да, на сербскую, которая продает вот такие вот приманочки. Соответственно, я посмотрел, вполне адекватная цена. Такая же, как и цена, как у сегодняшних воблеров Салма, да, ну, можно сказать, народные воблеры, да. То есть, примерно в одну цену. Я на Салма тоже рыбачу, тоже, как бы сказать, нормальные воблеры. Именно большие для трофейной рыбалки. Вот эти вот перчи, да. И тут вот мне удалось уже конкретно их, как бы, помакать, порыбачить. Ну, это, скажем так, маленькая часть, которая на столе. Вот у меня, видите, запас я сразу же покажу. Такой не детский, да. Это еще не все, что у меня есть. То есть закупаюсь я сразу же по-нормальному. То есть я не беру 2-3 воблера, чтобы потом, зная, что их уже не будет, потом пол-лета ждать, когда он там придет. От этого я сразу же даже для пробы, для тестового режима беру как минимум по 3-4 вида каждого воблера. Воблеры, конечно, я не то чтобы все попробовал, но вот самые основные, какие я захотел попробовать в эту рыбалочку, я попробовал. И, конечно, был поражен именно качеству изготовления этих воблеров. Вот. Ну, давайте откроем, посмотрим. Я уже буду откидывать коробки, чтобы не мешались. Не буду уже наживать, уважаемые зрители, все характеристики. Хотя, вот если для себя на лопатках всегда подписываю. Ко мне люди, которые приходят в гости, как бы я им показываю воблеры, они все обращают внимание, что у меня... На лопатках везде, вот как бы сказать, подписано. То есть, вот его вес 44 грамма и погружение до 0,7. 44 грамма это не та маркировка, которая пишется на упаковке. Мы видим, на упаковочке у нас написано 45, да? А я именно взвешиваю на весах и пишу фактическую, как бы сказать, его вес. Ну, а соответственно, так как я глубину не могу проверить, то глубину, соответственно, я переписываю маркировку с упаковочки. Посмотреть крючки я как позиционирую, это ВМС-шная у него. Очень-очень хорошее качество. Прям вообще как бы нормально. Воблеры, я как понял, сделаны из какой-то там такой пены, которая застыла, типа как, ну, как бы расплавленный пенопласт. Все знают, когда пенопласт плавится, потом застывает. Вот. Я как понял, что-то вот такое вот, не знаю, как правильно этот материал, уважаемый, называется. Вот, взял я подобную модель воблера, видите, и в длине в более такой внушительной. Это у нас уже получается длина 19 сантиметров. Ну и взял и более такой маленькой длине, точно такого же воблерка, на такую же глубину и в меньшем весе. Это хорошие цвета, это таки вообще, ага, на хариуса такой вот, похож, да, красавчик. А вот эти вот весенние, хорошие цвета, мы видим, что... Цвет вот этот интересный такой, синевой, да, отдает источками. Он, конечно, очень сильно привлекает такого хищника, как таймень, в ледовой обстановке, как весеннее, так и в осеннее время перед ледоставом, уважаемые зрители. Вот. Также взял вот примерную форму воблеров, вот как здесь вот, видите. Только в разных, как бы, весовых категориях и с разным заглублением. Потому что последнее время меня начинает интересовать, как бы сказать, ловля тайменя на более легкие спиннинги, да, и на более тонкие шнуры. То есть начинаю как бы уже маленько, ну, ловить более острые ощущения, потому что уже очень долго ловлю эту рыбу, да, уже интерес как бы, ну, подзатупляется к ощущениям. То есть, ну, что я уже не видел, да. От этого как бы охота поймать уже более серьезного тайменя на более легкую и деликатную снасть. От этого маленечко иногда я подбираю более мелкие приманочки все-таки. Тоже крючки мы увидим ВМС. Достаточно хорошая рапала на некоторых своих штатных воблерах такие же ставят. Тоже очень-очень хорошая такая текстура, качество. Тоже вес подписан, глубина, это 34 грамма от 2 до 4 метров, вот, тоже вот именно. Ну, сейчас я еще чуть-чуть поговорю об этой форме. Ну, и вот это тот воблер, тот окрас, на который я именно ловил тайменей в эту рыбалку.
У меня их таких воблеров 5 штук куплено в таком окрасе. Мне он очень-очень нравится. Вот такая форма, такой окрас. Его вес достаточно большой, под 60 грамм. Ну и глубина заглубления до 4 метров, по-моему. Ну, это не так важно, можете посмотреть. Тоже тройнички такие стандартные. Конечно, тройнички можно и получше поставить, в зависимости от желания. Но вот именно что в этих воблерах есть общее. У них одинаковая, уважаемая, форма. И вот я заметил, вот на такую вот форму у основания голове как бы широкую к телу, как вот у хариуса, сужается типа с обводом, как под банан, под изгиб. Это вот та одна из самых интересных форм, на которую, которая очень неплохо, хорошо работает и на струе, и делает заглубление. Ну и, конечно, которую эту форму, и именно игру видно этой формы, воспринимает именно наш большой, воспринимает наш большой хищник, уважаемые зрители. Вот эта вот форма, она мне очень нравится, и последнее время я примерно вот около этого, в этой форме стараюсь брать вот как бы воблерки. Воблеры, как бы сказать, работают хорошо, держат струю, нареканий никаких нету. Идет нормальный средний заброс, потому что они потяжелее обычного дерева, допустим, как вот перчи у салма, они там из дерева сделаны, они как бы там летят тоже нормально, но в эти более такие поувесистые летят. Конечно, при забросе перепутываются, но перехлёстываются, но это абсолютно нормальная ситуация для всех воблеров такого класса. Вот. Также вот и у фирмы Голди я вот взял вот и такие вот маленькие воблерки, я их, по-моему, 3 штучки взял. Там, кстати, у них есть неплохая линейка. Ну вот мне почему-то понравился вот именно вот такой, попробовать половить на него. Этого я еще вообще не пробовал, не знаю, но я думаю, мы все увидим, как он будет работать в процессе всего сезончика. Цена этих воблеров по сегодняшним дням по отношению к ведущим брендам, конечно, намного, намного дешевле, но все-таки по сегодняшним дням цены не дешевые. Средняя цена такого воблера в районе там что-то там 700 рублей. Это, конечно, уважаемые зрители, не дешевая цена. Это вот я даже сам как бы признаюсь. Но и тем не менее, это не 1600, да? То есть там и не 1500 рублей. Тем более, вот эти воблеры с хорошим качеством имеют хорошие гидродинамические характеристики, что они неплохо работают, хорошо играют и не заваливаются на перепадах струй, на самой струе. Мне кажется, это вот тот момент, который я беру. Под видео, уважаемые зрители, я оставлю ссылочку, в каком магазине я их купил. Скажу сразу же маленькую как бы ситуацию, как получилось покупка этих воблеров. Я искал по разным сайтам эти воблеры, и где я их хотел купить, там не было как бы большого ассортимента моделей как бы этих воблеров. То там чуть-чуть есть, то там чуть-чуть есть. Все сразу же вот это вот большое количество воблеров купить мне не удавалось. И если где-то и получалось, удавалось купить, я спрашивал скидку. Мне как бы никакой скидки нигде, ни в каких интернет-магазинах не давали. Ну, я честно скажу, многие сразу же, наверное, зрители скажут: да ты там, наверное, по-любому попросил для рекламы, как обычно все блогеры делают, там, клянчат эти воблеры, дайте мне там со скидкой или дайте бесплатно, я прорекламирую. Честно вам скажу, уважаемые зрители, я, как бы, мне вообще, как бы, неприятно покупать в магазине и просить какую-то скидку, как бы, тыкая тем, что у меня YouTube-канал и что я сниму на это обзор. Вот, если вы не верите, можете написать в этот магазин и узнать ситуацию этой сделки. Они, когда мне продавали со скидкой, они даже не знали, кто я такой и что у меня есть YouTube-канал. И когда человек уже с этого магазина позвонил, чтобы уточнить нюансы, куда отправить, на какой адрес эти все воблеры, мы уже с ним разговорились, я сказал, что вот как бы у меня есть YouTube-канал, я такой-то, такой-то, да, и могу снять как бы обзор про ваши воблеры. Он сказал: да, говорит, мне, говорит, как бы все равно, говорит, можете, говорит, не снимать, мне, говорит, как бы даже неинтересно, говорит, ваше предложение, чтобы снять обзор. Но обзор даже снялся не именно из-за того, что как в знак уважения человеку, то, что он мне сделал скидку, а просто, что я ловил на эти воблеры, я проверил большинство этих воблеров,
они работают, на них ловится рыба, это действительно хорошие обзоры, то просто почему бы на них автоматом не снять обзор. Я много снимаю обзоров про те вещи, которые, ну, действительно, как бы не имеют отношения ни к какой там подоплеке, ни к экономической, скажем так, ни к рекламной, да. То есть я в последнее время вообще как бы стараюсь уходить от всех этих возможных предложений, которые там сыплются десятками ко мне на почту. Особенно там Алиэкспресс и все эти торговые площадки. Там возьмите то, возьмите это, мы вам там товар отдадим. Вы там прорекламируете, там все, там процентом с вами поделимся. Мне в последнее время вообще просто тошно от всех этих предложений. И я, грубо говоря, всех просто посылаю на три буквы с такими предложениями. Вот. Ну вот, уважаемые зрители, это я тут заговорился, отступил от, как бы сказать, от темы. В целом, я пока про эти воблеры могу сказать только это. Я думаю, в процессе на рыбалке уже более подробно мы уже посмотрим, как они работают. Ну вот, уважаемые зрители, мое видео подходит к концу. Наступает рыболовный сезон. И я думаю, в этом рыболовном сезоне я постараюсь сделать побольше интересных качественных видео именно про рыбалку. Ну, а на этом я закругляюсь, прощаюсь с вами. Кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь, уважаемые, на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч.